Что скажут высшие темные силы? Расклад на такую тему. Перед Вальпургиевой ночью, за день, о чем они предупредят или что подскажут делать? Что они вам могут подсказать, что мы должны сделать? Какой дадут совет нам? Бояться не нужно, выбирайте варианты. Четыре варианта. Ставьте видео на паузу. Я начинаю с первого варианта. Чего они нам могут подсказать? Первый вариант. 19 аркан Солнца перевернутый. 18 аркан Луна прямой. Четверка мечей перевернута. Паш кубков прямой. Девятка кубков прямая. И десятка жезлов перевернута. У вас все хорошо. У вас очень мощный сохран стоит. Реально мощный. Солнце пусть перевернутая, Луна. Еще говорит, что у ваших паре, если у вас она есть, у вас гармоничные отношения. Если у вас нету пары, значит, у вас род на вашей стороне. У вас все равно есть поддержка с мужской и женской линии. Это тогда ваши родители, ваши родственники, ваш род вас поддерживает. Даже если вы сирота и не знаете своего рода, вас поддерживает ваш род из того света и очень вас защищает. У вас все равно они вам близкие люди, даже если вы их не знаете. Но у вас в любом случае есть близкий человек вживую, потому что у вас есть паш кубков и любовь. Они вам говорят, что у вас будет дом и любовь. И все наладится, и счастье к вам придет. Очень хороший первый вариант. Что тут минус? Четверка мечей. Но это вам открыты все дороги. Единственное, тут минус — это десятка жезлов. Это кто-то очень хочет разгладить ваши отношения. Он вас пытается пробить всячески. Работает через перекрестки. Недовольно к высокой магии пробивает, но за счет вашей защиты он вас не пробил по солнцу, но ваше солнце от этого перевернулось. Бьет он по вам высшей магии. Такой очень профессиональный. Но за счет вашего барьера пробить не может. И не может разрушить вашу любовь, потому что это сама ваша суть. Любить и быть любимым. Вам предвещают большое счастье, но будьте осторожны, у вас очень хорошо против вас работает такой мастер. Очень вас не любит. А почему он не любит? Потому что он хочет ваше счастье такое забрать, ваш сохран и вашу любовь, и вашу удачу. Так что имейте это в виду, посмотрите внимательно, вы его хорошо знаете. Это не чужой вам человек делает. Очень даже не чужой. И придет момент, когда он обязательно ударит в спину, потому что это не чужой. Имейте в виду первый вариант, а мы переходим ко второму. Второй вариант. Дама кубков перевернута, король кубков, восьмерка жезлов. Король Пентакли прямой, восьмерка жезлов перевернута, повешенный, 12-й аркан перевернутый, восьмерка мечей перевернута. Ну, тут очень такой специфический расклад, что вас очень атакуют, очень беспринципная пара, крайне. Один из тех, кто вас атакует, уже ушел на тот свет. Него это убило. Все эти нападки его же и убили. Или ее. Так как люди разные, у кого-то он, у кого-то она. Но была пара, король и королева кубков, которые очень-очень вам досаждали.
которые над вами издевались или впрямую, или магически. У некоторых и так, и вот один ушел. Небытие, но как нападать и доставать из того света он не прекращает. И хочет вас вцепиться намертво. Уж очень сильно он досадить не может, но вы тратите жизнь вот на какую-то мелкую ненужную борьбу. Но несмотря на это, вас ждет достижение вашей цели, вас достижение вашей мечты ждет. По восьмерке мечей вы достигнете, вы преодолеете. Даже несмотря на то, что они вас пытаются все время задержать в состоянии повешенного, чтобы у вас ничего не получилось. Вот смерть этого человека это оборвет. Повешенный перевернется, уйдет из вашей жизни со всеми этими проблемами. И вы достигнете своей цели. Но имейте в виду, что у вас есть враги. Они пытаются всячески досадить. Это не то, чтобы такой уж у них высокий уровень, что в магии был, что в жизни, но они пытаются. Они пытаются, они обращаются к кому-то, они по мелочи достают. Ведь у вас против их кубков восьмерка есть мечей, это очень серьезно. Но они к кому-то обращаются, чтобы у вас все время всплывало вот по повешенному одна и та же какая-то проблема, и очень этим вас раздражало. Вот как они работают. И от них надо избавляться, отсечь их именно восьмеркой мечей, решительными способами. Вот такой второй вариант, и мы переходим к третьему. Третий вариант. Высший суд, 20-й аркан, пятерка пентаклей. Перевернутый рыцарь пентаклей, колесница перевернутая, отшельник перевернутый и туз пентаклей перевернутый. Вы очень долго ждали, у вас был большие провалы финансовые, может даже несколько лет. Вы потеряли свой источник доходов, он прервался. У кого был бизнес, он прервался, у кого бизнеса не было, ваша карьера, ваш вообще социальный статус, он опрокинулся. Хотя вы этого совершенно не заслуживали. Ум ваш острый, как всегда, но в чем-то вы порой принимали, конечно, неверные решения, потому что отшельник перевернутый. Но несмотря на это, к вам приходит удачный момент. Скоро вы получите свой источник дохода. Кто этого хочет? Вы возьмете свой ключ. Кто-то возьмет недвижимость. И вы очень к этому близки, как эта рука, которая хватает эфес шпаги. Вы очень к этому долго шли по перевернутым картам. Вы очень долго этого ждали. Очень долго хотели, вы терпели лишения. Вы взывали к справедливости. Но вы это сейчас получите, свой ключ. Он перевернутый, потому что это были длинные задержки. Вы получите свой ключ к финансовым потокам, источнику дохода. Кому нужно было здоровье, он получит здоровье. Кому была нужна недвижимость, вы получите сейчас. Вот-вот вы возьмете ключ, рука дотянется. Из пятерки пентаклей бедности вы переходите в туз пентаклей. Пусть он перевернутый, но он все равно и вы это получаете по суду, по высшей справедливости. И высший суд заинтересован, чтобы у вас это получилось. Ваши перевернутые карты повернутся, колесница повернется, и вы снова пойдете по жизни успешно.
Но здоровье так быстро, конечно, не отладится, у кого очень глубоко это вошло. И колесница ваша повернется. Ваш успех к вам придет, вам ключ выпал последним, вы скоро его возьмете. Такой третий вариант. Мы переходим к четвертому. Четвертый вариант. Маг прямой, 15-й аркан прямой. Дама жезлов перевернутая. Она тут совпадает с картой повешенного. Это особая дама жезлов. Тройка мечей перевернута, тройка пентаклей прямая, карта высших сил прямая. Ну, несколько значений. Либо вы маг-практик, и вам говорят вперед. Вас на этом ждут. И учись побеждать своих врагов. Говорят, сними с себя крадников, наконец, открой глаза и живи спокойно. Твои крадники воруют твою семью, твою удачу, когда же ты с ними справишься? Они вам не будут помогать, потому что это ваше обучение. Это первое для практиков, магов, естественно, для других. Вам говорят все высшие силы, и темные, и светлые, открой глаза, у тебя вор твоего счастья очень рядом. У кого-то это беспринципный человек, который хочет разбить ваш дом, вашу семью. Это дама жезлов, это не обязательно она, но это человек, который мертво в вас вцепился и разрушает вашу семью. В половине случаев это крадник, а во второй случай это лживый сплетник. У вас крадник вашего счастья или сплетник. Очень хочет разрушить ваше счастье. Вас об этом предупреждают все силы. Но так как тут маг, ну, этот человек магичит точно. Хочет выпить вашу силу, вашу семью. И еще есть вариант, что не играйте в азартные игры, не поддавайтесь азарту, вы разобьете свою жизнь. Игры азартные – это не для вас пока. Придет момент, и вы выиграете в жизни очень много, но не в этот раз. Вам надо подождать, пока не придет такой момент, и вы победите. Если вы играете в азартные игры, то выигрыш к вам придет, но не так быстро. Если вы играете на бирже, он тоже придет, но не сейчас, не в этот момент. Сейчас не время. Он вам советует подождать. Но в любом случае за вашими как бы действиями очень сейчас наблюдают. И вас об этом предупреждает. Что бы вы ни делали, что бы вы ни думали, за вами очень-очень пристально наблюдают. От государства до недоброжелателей. Но вас вынесет. Вас пронесет. Вот такой вам совет, такое предупреждение, четвертый вариант. Вас именно пронесет от всех бед, от всех зол, от всех несчастий. Вот такое было послание на Вальпургиеву ночь. Посмотрим, что они Вальпургиеву ночь еще скажут, или умершие.